Блин, начинает дергаться и, блин, рвут себе губы. Отличный. О, грамм 800. Супер. Погода испортилась. Дождь, ливень. В общем, утрешний улов. Получается 4 леща под лещички. Вот. Сейчас вечером еще придем. То все залило, блин, мокрые. Сейчас подсушимся. И вечерком еще пробачим. Ну вот, настал крайний денечек, вечерок, вышли на вечернюю рыбалочку, уже поймали двух лещей, подлещика. Трудно поймать, когда она будет клевать, чтобы снять. Мы уже снимаем, когда вытаскиваем, вываживаем. Ну, Оксанка читает книжку, там на люське спряталась в тенечек. Опа! Вот, так что еще посидим пару часиков и завтра уже домой. Ух ты, какой хороший! Красавчик! Моторка проплывает. Сейчас такие волны. Килограмм. Вот это килограммчик желтый. Угу. И Нельку на зонтиком. Солнышко светит очень сильно. Хорошенький. Посидим чуток еще. Ну и вот закончилась наша рыбалка. 6 дней пролетели как один миг. В кармане оказался десятюнчик. Поэтому мы прощаемся с Волгой и встретимся с ней, надеюсь, через год. Разнообразие ужина по вечерам. Сегодня у нас уха. Тут у нас щучка, плотва, язь, жена, такой костерчик, девчонки. Йоху! Так что сегодня у нас на ужин уха. Красота! Классное местечко. Называется усадьба у озера. У них тут вот дом этот на две семьи. Там дом на одну. Все это в лесу. Да, все в лесу. Вот. Так, уже вот. Начинается бор. Там лес, там юг. А за ним озеро. Там озеро. Она полностью проходит там по кругу.
банька. Кто хочет, может взять баньку. Коптилочка есть. Там большая беседка, кухня тоже. Вот. И у нас там, ну да, летний. И у нас там все за домом, я потом покажу тоже. Беседочка, там мы заняли. Там мангальчик стоит, вообще классно. Каждому дому есть своя беседка. Да, каждому дому своя беседочка. Для большой компании вот это большая, остальные такие поменьше. Так что сегодня мы будем кушать уху.